Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Драконы всадники Олуха. Так, пятый день, забираю рыбу. И сегодня цель моя — закончить все-таки события, ребята. Не стал я ложиться баньки, я решил все-таки пройти, потому что тут остался один день, 12 часов. А нам нужно это пройти, понимаешь? Поэтому я даже сразу пошел. Блин, нам еще придется тратить руны для того, чтобы добыть одну энергию. Я не знаю, почему у меня не хватает энергии. Я вроде бы не вылетал из игры, ничего такого не было. Почему мне не хватает одной энергии, не могу никак понять. Ну, вот факт есть факт. Не хватает одной энергии, и все тут. Так, ну что, давай сразу тогда кусанем. Бомбанем. До свидания, как говорится, дядя. Так, знаешь, что я скажу? Я забыл тихо сделать громкость. Опять эта музыка, опять наложение этих штрафов, или как она там называется? Ну, музыка под авторскими правами, короче. Надо будет, блин, потише сделать. Так, ну что, хиляемся тогда, получается. Нам это просто важно. Нам необходимо это сделать. Так, и сюда. Этому-то... Про этого-то я забыл. Опа, а он и не попал. А он просто-напросто и не попал по мне. Сделаем так. Дальше вот так. Надо сюда бомбануть. Надо его ушатывать. А это еще к тому же только вторая волна, прикинь. Сейчас что-то сделает. Ничего он не делает. И это хорошо. Это очень, ребята, хорошо. Последняя, третья волна. У нас тут костолом. Чудовище, понятно. Начну, пожалуй, с вот этого. С ужасного чудовища. Мне кажется, это надо делать в первую очередь. Ну что ты... Ага, Барсика все-таки поджарил он мне немножко. Тут ты-то не лезь, Квазимода. Нет, все-таки лезет. Давай так сделаем. Другое обидно, ребят, что сейчас Барсиком лишимся. Да, костолом его уничтожил. Да это и я и предвидел, что такой вариант будет. Просто предвидел. На, в ответку тебе. Ну что, костолом, давайте поговорим по душам. Что, сразу же, да? Страшненько стало, бедолашка. Страшненько ему стало. Заерзал. Не-не-не-не, парень, это тебе не поможет. До свидания. Так, друзья, крутим колесо. Посмотрим, что нам тут выпадет. А выпадает нам рыба. 187 миллионов. Ну, нормально, я тебе скажу. Так, дальше идет у нас поединок, после которого мы получаем... Что там? А, серия испытаний. Слушай, ну серия испытаний неплохой. На самом деле, пак. В нем выпадает древесина, рыба. Могут выпасть еще... Довольно неплохое количество рун. Шанс, конечно, не очень большой, но можно этого, как говорится, добиться и получить. Так, давай-ка мы, наверное, кусанем сюда. И вот так вот. Ну и добивка. Добивает Барсик. Здесь я возьму, наверное, в первую очередь в оборот костолома. Костолома. Так, укус, потом сам костолом будет действовать. Ну что он сейчас тут будет бомбить? Вот так вот. Барсик, давай, наверное, вот сюда вот. Теперь через отхил. Я все, Барсик, это все... Все забываю Барсика, ребят, сменить. Надо после этого поединка не забыть. Хотел посмотреть, может, кого-то можно взять. Понимаешь, дело в том, что если я кого-то возьму, мы обязательно будем использовать его скилл, ты понимаешь? А если я буду использовать его скилл, то, соответственно, мы либо лишаемся хила, либо лишаемся... как она называется? Слепоты. Вот в чем суть. Барсик, он как бы, ну, мы не используем у него ничего. У него просто двойная атака идет, и все. Как бы нам от него больше ничего и не нужно. Секешь, о чем я? Ну, потратился. Молодец, еще и промахнулся. Красавчик. Так, дальше и поступай. На тебе. Да ё-моё, ну, кривоклык, ты бы мог бы его шваркнуть бы, а? Ну, чуть-чуть там посильнее бы кусануть его, да и все. Так, 262 миллиона рыбы. Тоже неплохо.
Забираем, забираем. А что у нас вообще награда? А, 250. 250 рун всего лишь, это наша награда. Я-то думал, тут какая-нибудь стоящая. Тут 250 рун. Нет, я, конечно, не говорю, что я недоволен. Но мы просто можем из пака того же самого, который только что взяли, выйдет намного больше. То есть мы с тобой больше тратим времени на награду, чем сама награда того стоит. А вот, ребята, это... Ой, что такое? Это у нас, кстати, истинный шепот смерти. Опасный, самый опасный типок. Ну, парящий прихвостень тоже, кстати, я тебе скажу, не подарок, совсем не подарок. Очень даже не подарок. Сейчас попробуем. А что пробовать? Сейчас хильнемся. Молодец, спасибо, что промахнулся. Добиваем. Вторая волна. Так, у нас здесь громобой плюс острокрылый змеевик. Но это больше на капкана смахивает. А вообще это на самом деле, друзья, мини-боссики у нас. Два, причем они оба мини-боссика. Потому что видишь, какая эмблемка у них стоит. Ладно, сейчас мы этого... Барсик, ты же сможешь его пробить? Красавчик. Здесь на понижение делаем. Кусаем. Блин, сейчас применит суперудар. Да, ёк-макрёк, я только хотел хильнуться, но он, видимо, знает, да? Он, видимо, знает, что я хотел хильнуться, и поэтому заблокировал мне способности. Ну, пробьешь, Барсик? Нет, не пробил. Тогда хиляемся. Кто у нас тут? Дымодышащий. Ну, и с него, наверное, я начну все-таки. Ребята, черепашки и ниндзя уже будем завтра играть, потому что сегодня уже все, ребят. Я сейчас доиграю и... Баньки. В люлечку, так скажем. Да что ты будешь делать? Что у вас инициатива-то, ё-моё, один за другим ходит. Ни секунды покоя, понимаешь, что дело? Ни секунды. То один, то другой ходит. Офигеть можно просто. Ну. Давай хильнемся. И укус. С пониженной броней мы вот тут ковыряем полчаса. Я в шоке. Ай, кривоклык, ну ты как всегда. Наконец-то ушатали его. Радостный там топчется. Раз, два. Ну да, нам придется брать энергию. Покупать за руны. Плохо. Так, я, пожалуй, начну, наверное, с кревета все-таки здесь. Этот обалдуй ничего, по-моему, нам не сделает особо такого страшного. А вот этот вот поганец может бомбить, тем более током своим. Поэтому надо будет его в первую очередь закчепурить. А потом же и, как говорится, и до этого доберемся. Даже не буду так делать. Бесполезно все равно. Ни к чему. Добивайте его. Так, здесь у нас вот такие вот кревет. Ужасное чудовище, ну и понятно, кто еще. Шторморез. Ну кто бы сомневался, что ты так будешь делать? Никто абсолютно. Так, кривоклык. Они сейчас опять втроем. Они только что сходили и опять втроем будут ходить. Да что за фигня-то? Я не понимаю, почему у них такая инициатива-то обалденная. Они же только что сходили втроем и опять ходят. Достали уже, да? Этот свои фаерболы тут выпускает, а? Все, все на Барсика прыгают. Все прыгают на Барсика. Жесть. Жесть, я тебе могу сказать. Просто взял и снес Барсика мне. А как я буду, вот, скажи мне, последнюю волну, как я буду проходить? Дебилизм, а. Смотри, что творит, а. Чувырло. Ну вот и как вот мне здесь вот проходить? Извините меня, ребят. Ох.
Да ну. Нереально. Раз, два. Да нет, какой там. Сейчас завалят. Все. Я могу только в одном случае здесь выиграть. В одном единственном. Это если я успею. Это если я успею, ребята, использовать. Да нет, какой там. Сейчас добьет. Теперь вместо одной энергии нам придется восстанавливать две энергии. Что я хотел? Я хотел Барсика сменить. Так что давай менять Барсика. А лучшего момента не найдешь. Так, Барсик у нас имеет 16 разряд. Кто может с ним сравниться? Ищейка у нас есть. Ищейка. Наверное, вот Ищейка и может только с ним сравниться. Ну, по крайней мере, 15 уровня. А больше брать некого. Посмотрим. А Ищейка у нас кто? Какого он? Блин, не посмотрел. К какому классу он относится? А, красный. Ищейка красным, блин. Вот тут-то урон по красным-то как раз замечательно будет даваться. Да. Тут будет хороший урон даваться по красным. Да иди ты, ханыга, ты несчастный. Что это такое? А, повышение. Ага, повышение атаки на красных, да? Ну-ка. Давай так, добьем простыми ударами. Так, а баф у нас сохранился. Слушай, баф сохранился. Ну. Слушай, ну вот под усиленной атакой он довольно неплохо бомбит. Массово, я имею в виду. Такс, 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 такс. Давай еще хильнемся. Добиваем. Слушай, неплохо. Неплохо. Ну давай, наверное. Давай так вот сделаем. Раз, два. Потом наши ходят, да? Так, потом мы с тобой успеваем залечиться. Успеваем же? Успеваем. Дай-ка я так сделаю. Не хочу, ребят, рисковать зазря. Тем более, знаю, что этот... Угу. До свидания. Ну вот, победа. Блин, ну нам придется теперь две энергии брать. Ладно, не беда. Так, дерево. Дуб, дерево крепкое. Окей. Так, ну что, забираем с тобой пак ареновский. Шторморез, шепот смерти, древоруб, душитель и ужасное чудовище вместе с остальным пронырой. Да, 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 придется устанавливать. А что делаешь? 65 и 65. Это получается 130 энергии тратим, 250 всего лишь забираем. На 120 выигрываем. Да. Плюс еще не забывай вот эти вот затраты. Что мы тратим с тобой? Груши, прилив сил. Да. Да чтоб тебя ты заколебал, а?
Они все. Раньше Барсик был для битья мне. Теперь они все приключились на штормореза. Сфига ли, спрашивается? Че не так-то? Ну, это час, да. Это массовая атака. Это что, специально что так сделать? Я не могу понять. Чтоб я не выиграл или что? Слушай, ты не омразил ли со своей инициативой? Да все, понятно здесь, ребята. Даже делать нечего. Сфига ли, спрашивается? Они все начали нападать на моего, блин, извините меня, штормореза. Да, тут придется возвращать Барсика. Если они так будут его постоянно лупашить, извините меня, я вообще не вижу никакого выигрыша в этом. Стоит ли вообще из-за этих рун? Я практически в ноль, ребята, захожу. В ноль. Запарило, а, вот это вот сумасбротина, блин. Просто заколебало, а. Бомбит своими массовыми атаками. Стоит еще там, лыбится, блин. Еще я так себе повысил, прикинь. Довольная рожа. На тебе. Выкусил. О, еще не легче. Хорошо, что хоть на моего штормореза не подействовало. Ну. Ну. Ну хотя бы так, молодец. Красавчик. Так, ну здесь, я думаю, справимся, да? Поехали. Сюда, наверное, укусим. Раз, два, три. Они втроем сейчас ходят. Эта волна не последняя, поэтому надо, ребята, лечить. А мы сейчас... Нет, у нас... Или будет, подожди. Да, у нас будет отхил. И сейчас они опять втроем, да? Сейчас кому-то лупанут. А лупанут, наверное, кривоклыку. А нет, шторморезу. И опять шторморезу. Они решают... И опять. Они решают мне хила, ребят. Раз, два. Да ё-моё, сейчас опять разбег же будет. Ну, о чем я и говорил. О чем я и говорил. Окей, дальше что у нас там? Вот. Вражинки стоят уже тут. Раз, два, три. Они втроем сейчас будут все ходить. Какой ты бесевый, а? Какой он бесевый, а, на самом деле? Я прям не могу. Опять втроем будут ходить. Раз, два. Сейчас, наверное, завалят мне этого, да? Так, надо кого-то тут из них... Наверное, все-таки душителя будем бомбить. Все, я даже, ребят, не сомневался нисколечко, что ушатают они. Вот веришь, нет, нисколечко не сомневался. И так произошло. Да, я так давно, ребята, или я отвык, или я так давно просто... Не... Чтобы по три отката тратить... Да, жестко. Опять рыба, да? Окей. Рыба так рыба, пускай будет. Ну что, поехали на последний поединок. Да, я знаю, что нужно закупать энергию. Вперед, из песней. Посмотрим, что у нас тут получится.
Так, а, тут две волны, кстати. Начну вот с этого пристеголового. Потом, наверное... Ну, громобой, скорее всего, пойдет последним у нас на разбор. Наверное, так будет все выглядеть. Сейчас фаербол полетит. Но только не туда, куда я думал. Не знаю, по-моему, ребята, лучше Барсика нету никого. Ха-ха-ха. По-моему, лучше Барсика нету. Вот мне так кажется, я не знаю. Или я просто привык к нему. И этот мне как-то не угодить. Не угождает он мне. Так, сейчас будет этот ходить. Давай вот так вот сделаем. Пускай он своего же кусает. Или что он там сделает. Заблокировал, вообще круто. В минус. Так, еще успеваем залечить раны. А он сейчас массовую атаку. Нет, он слепой еще пока. С массовой атакой он пролетает. Тут надо его ушатывать. Два Хоферсона, да? И этот, Грамгильда. Ну че, вы серьезно что ли, блин? Сейчас еще уничтожу. Так, ребят, тут уж, блин. Тут уже вынужденные просто меры. Раз, два, три, опять сейчас втроем. Сейчас опять будут лупить. Сюда, наверное, будут бомбить. По-моему, Кривоклыка я потерял. Это сейчас добьет его, ханыга. Колоссальный. Нет, ребят, Барсика я возвращаю. Это не дело. Фигня какая-то полная. Они наносят урон маленький вообще по ним. Барсик-то хоть лупашил, только шорох их. А это... Что тут? Вообще ни о чем. Вообще ни о чем, ребят. Нет. Красный только против стражи нормально. По остальным они вообще не алло. Этого-то как тут пробивать, скажи мне на милость. У него здоровье-то практически не тратится. Давай попробуем с пониженной броней его, что ли. И вот так вот сделать. Ага. Плевать он на это все хотел. Да. Просто плевать хотел на это все. Ты посмотри, он только ходил и опять ходит. Еще и вырубил мне. Так, ну опять дерево выпало. Досталось нам. Все, друзья мои, забирай свои 250 рун. Трэш какой-то. 250 рун. От чего ушел, к тому и пришел. Давай посмотрим, что у нас тут выпадет. Серия испытаний. Вот. Видишь? Шторморез, ну это шторморез у нас же есть, по-моему, да? Есть. Разместить в ангаре. Да. В ангаре будет сидеть этот охламончик. Так, дерево у нас по максималке. Ну и рыба, как видишь, тоже по максималке у нас. Ну, давай посмотрим, что ты нам принесешь. Ну, тут вариантов немного. Либо пак, либо железная руда. Тут... Ему, наверное, выгоднее дать мне пак, да? Нет, руду. О-хо-хо-хо. 80 руды, надо же. Хоть что-то путевое принес. Сколько стоит завершить? Давай ускорим. Великая кузня, уровень 2. Доступно улучшение для новых сооружений. Найти.
Где? Это? Сколько? Тысячу. Тысячу нужно, ребята. Так, чтобы улучшить домик. Мне сказали, там нужно сколько-то драконов 28 уровня. А, драконы. 18 драконов 124 уровня. Подожди, а... Стой. А как я их буду прокачивать дальше-то? Они же... Необходимо улучшить академию до 15 уровня. Подожди, академию. Ну вот же академия, или нет? Зал совета. А зал совета это разве не академия? Или подожди, что-то я путаю, что ли? Стой. Зал света и... Это ж... Подожди, академия. Это ангар. Рыбацкая хижина. Сокровищница. А где академия? Почему-то я думал, что зал света это и есть академия. Так. Необходимо улучшить академию до 15 уровня. А, вот эту вот. Ёк-макарёк. А для того, чтобы ее улучшить, нам нужно... Нам нужны викинги. Ты понял? Это, ребята, самый настоящий замкнутый круг. То есть нам нужно железо немерено теперь. Ай, тысяча. Просто тысяча на то, чтобы улучшить просто один домик. Это, конечно, да. Это очень жестко. Правильно написал подписчик. Не все так просто. Действительно, не все так просто. Захотела, ага. Академию прокачать себе эту. Это потом мы еще улучшим. И еще 8 драконов 124 уровня. Мы на 112-й-то еле прокачали. На 124 уровень. Это еще на 7 лет, да, игры? Ну ты подумай сам. Ну это же просто трэш. Это просто трэш. Я представляю, сколько мы будем, чтобы... Тысячу рун этих получать. Так, тыквеброн, давай-ка иди качайся. Вместе вот с этим вот, с хвостояром. Да. Действительно. Попадос. По полной программе. Действительно попадос по полной программе. Так, иди обучайся. Ну что? Блин, рыбы. Рыбы не хватает рыбы. Точнее, наоборот, рыбы дофига. Так, ну если рыбы дофига, значит прокачиваем. Вот так вот. Дровница заполнена. И что? И что, что дровница заполнена? Мне плевать на вашу дровницу. Заполнена она там, не заполнена. Вы делайте, что я вас прошу. Сказал идти качаться, прокачиваться. Иди, будь добр. Инферн. Ну этот, как всегда, этот не захочет. Нет, конечно. Он будет до последнего сопротивляться. Там останется вот полосочка, он будет все равно сопротивляться. Так, расширить академию. Я не могу расширить академию. Новая способность.
обучить. Такс. Что у нас тут? Древесина. Древесины, да, древесины много. Куда только вот ее тратить? Сейчас в данный момент все забито. Отправлять их на учебу не могу, потому что занято все. Да и награды. Так, 250 зубочистка Одина. Так, последний пак забираем. Громыль, ну да. Схватки, ребята, уже в следующей серии, потому что я больше уверен, что событий будет не скоро. А так хотя бы для следующей серии у нас будет что поделать. Давай, 125, лети, собирай. Теперь моя в данный момент главная задача, друзья мои, это собирать, опять же, железо. Тысяча нужно для того, чтобы сделать один домик. Да. Это, конечно, жестко. Так, что у нас там? Угу. В ангаре его разместить, да. Так, снеговика-то я. Так тут уже нереально успеть собрать. Это задание на каждый день. Ты каждый день должен заходить и открывать это снеговика. Тогда у тебя что-то еще получится. А, извини меня, раз в пятилетку открыть снеговика, конечно, ничего не будет тебе. Ничего не светит. Так, тусклый янтарь. 105 штук. Так, лети-ка ты в приключения. Громгиля. Заколку. Брошку, заколку. Лети позади. Давай, лети тоже в приключения. Ну, Барсик, ты там нам что дашь? Конечно же. А, я думал, сейчас даст эти нам шестереночки. Так, на обмен что ли? Нет, есть. О, 4 штуки. Фух, ну вроде бы как все, друзья. Вроде бы все, что можно было, я сделал. Всех отправил, всех озадачил по полной программе. Нет, еще не всех. Еще очень много драконов, кстати, которые хотят и могут приносить пользу. Все. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.